Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим игрушку, которая прошла мимо меня немножечко. Это, собственно, Far Cry 4. Мне очень жаль, что она действительно прошла мимо меня, когда она только-только вышла. Ну да ладно, мы это, собственно, исправим. По-любому я ее пройду. А вот для канала или просто для себя, это уже другой вопрос. Музыку вообще выключим, потому что арабы любят придираться к музыке. Ну и, собственно, новая игра на среднем уровне. Начать автономно. Все-таки пиратка, ёпть. Керат. Я немножко знаю об этой игре, но очень многого не знаю. Собственно, я знаю, что тут есть огромное количество пасхалок, огромное количество вариантов выбора, то есть непростых вариаций, а в плане развития сюжета тут все может поменяться кардинально. Помнится мне, в третьем Far Cry там разница была только лишь в концовках. Все остальное от нас не особо зависело. Аджай, сын мой. Моя последняя просьба. Верни меня к Лакшамане. Лакшамане. Мистер Гейл, это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате, у нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гейл, Ишвари Гейл. Эй! Паспорт. Держи. Тихо. Говорить буду я. Ладно. Паспорт. Держи. Передай. Мартышка получил пей в лицо. В чем дело? Блин, графоуни, графоуни. Круто. Мне нравится. А еще мне нравится, что тут ниже 45 FPS не падает. Хотя нет, вот до 30 упал немножко. О, что-то они там. Что-то они там нашли, походу. Ебать. Вперед, вперед! Да лежу, я лежу. Это что за клоун? Четкое задание. Пейган Мин. Задержать автобус. Да, а ты дебил. Ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать. Расстрелять. Задержать.
расстрелять. Эти слова что? Похоже? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану. Да, блядь. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! Ты чё его авторучкой заковырял? А у меня теперь ботинки все в крови. Да, это проблема. Ладно, нет худа без добра. Хоть эти остались живы. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. Пейган. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьян, а те кидаются дерьмом. Кстати, кто ты такой? Не поддержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать фото. Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной. Мне нравится. Однозначно нравится. Но эту музыку стоит вырубить сразу же. И передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей и стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплёр. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки! Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Пейган Мин. Ты... И кто ты и такой? Правда, меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну... Исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так. Пейган. Вот это. С улыбкой. Понятно. Это ты. Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И... Когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой путь. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить. А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И этот СМС.
Кто уже зовет на помощь смс-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Адиафрагмы. На помощь. Ч-ч-ч-ч-ч. Послушаем. Не. Друзья за тобой не придут. Ебать. О! Жестокий человек. А ну допросите его. Террористы. Ну, так... Прошу, подожди меня здесь. Рекомендую, Рангун. Терпение, я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Я знаю, что в принципе что-то произойдет, если я останусь. Поэтому давайте останемся. Подождем немножко. Что за херня? Потом. Нам велели ждать. Ждем. Я бы что пожрал. Нормально там кого-то жарят. Ждем. Эти папки заберем. И могу их забрать. Пейган, ебана мать. Ну, собственно, ничего не происходит. Я прождал тут какое-то время. Записки. Надо сенсу покрутить. Да, вот так лучше. Бега нашел куда-то туда. Ну что ж, мы попробуем спуститься вниз. Облутаем. Патроны для пистолета, это полезно. Может быть, стрелять в кого-то придется. Ну да, ну да, что в Far Cry стрелять? Не-не-не-не-не, самая мирная игра. Ебать. А тут красиво. Только вот солдат полно. Может быть намного хуже, да? Вы давай черт. Повторим еще раз. Я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Итак, ты понимаешь, почему ты сейчас здесь? Супер. Вы золотой путь, негодяи, плохие парни, а я герой. И значит... Не хочу делать тебе больно.
Я хочу выслушать. Ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Просто скажи мне, кто твои друзья? Что они задумали и когда? И обойдемся без... Дыши. Мы знаем, что ты здесь шпионил. Откуда ты знаешь? Аджай Гейл. Да. Я Сабал. Золотой путь из Золотого пути. Золотой путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. Привет. А как же Дарпа? Слушай, для нас сейчас главное – вытащить тебя отсюда любой ценой. Да, у нас новый клиент, и я пока не уверен, Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Да, конечно, я перезвоню, как только закончу. Думаю, что... Блин, нас заметили! Туда! Быстро! Дай мне пушку взять. Аджай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как Ладно. Можно быстрее. Понял? Понял. Да, я понял. Раз, два, три! Будь я... Ага. Вперед, вперед! Джим! Не высовывайся! Я жив! Аджай, слышишь меня? Прием! Аджай Гейл, слышишь, нет? Да, слышу, слышу. Прием. Слава Кире! Это Сабал! Где ты? Хрен знает. Хер знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке? Понял. Ты справишься, Джей. Ага, а как же. Так, стелс на кнопку С. Лети! Найди его! Опа, на. Меня уже ищут. Ты бросить камень. Тогда ищи! Куда, глянь? Может, он там прячет меня или посмотрим? Ладно, выходите! Вам нечего бояться! Да-да-да. Мы хотим только поговорить! Выходите же! Ну! Да-да-да. Это просто жуткое недоразумение. Покажитесь, мы все уладим. Да-да-да.
Конечно, мы все уладим. Что это такое? А нахер я сюда залез? Камера есть? О, камера есть. Хорошо, хоть я их зачекать могу. Тут буду знать, где они. Он идет какой-то. Надо подобраться к нему поближе и убить. Wait, you got your gun back? И глюки пошли. А-а. В этот раз я точно слышал. Поссать туда пошел. Там еще один. Нет, он убит. Не может быть. Не спрятался! Я не виноват! Это что? Увидите его! Стреляйте! Этот убийца мне нужен сейчас! Мать его! Буду искать по всем углам! Теперь ты будешь! Кто-то стреляет! Короля. Я иду! О, патроны закончились. Супер! Выходи! Дай я тебя убью! Я гибну за короля! На его вроде зарезал. Да, немного у вас патронов. Денежки пока нормальные идут, но я не знаю, что это за валюта такая.
нападают, ищите! Ясно! Поэтому ладно. Осторожней! Автомат как-то странно в руках чувствуется вообще. Не знаю, вроде нам. Графика радует, кстати. Не сильно отличается от третьего края. Блин, она получше, явно получше. Что это такое? Грифы? Ну, кроме животных, я вроде больше никого не вижу. Да-да-да, все по-старому. Ага, то есть теперь можно и хищников еще приманивать, вообще офигенно. По-моему, раньше это можно было делать, но я не помню. По-моему, медведя нельзя было приманить куском мяса. Пошел вон. Всем держать руку. Черт. Я найду тебя! Ты где сидишь? Труп! А ты где меня ищешь? Он близко! Ищите! Чего не выходишь, Гейл? Откуда ты знаешь, что я Гейл? Эй, кто стрелял? Никакой пощады! Блин. Врага! В этот раз тебе повезло. Мне повезло? Да вы же вообще деревянные. Вы же, блин, вообще никакие. Что значит повезло-то? Я же вас как слепых кутят пострелял. И то это можно было сделать еще лучше. Давайте нырнем за сокровища. Сразу поналетало этого говна.
Давайте сныкаемся немножко и... рассмотрим территорию. Ага, подкаты. Подкаты, по-моему, были. Far Cry. Еще вижу пацана. Ну не знаю, если все грамотно рассчитать, то получится легко и просто. Но при этом я не хочу выпускать эту пантеру или кто бы это ни был. Фотоаппарат. Ну спасибо, я уже разобрался. Хотя, может, кого-то нового убил. Опять крабовый рандун на ужин? У меня не так много патронов для того, чтобы вступать в такой бой. Надо как-то это все потише провернуть. Насколько получится тише, разумеется. Я могу пойти прямо туда, а могу заняться этими пацанами. Пожалуй, пацанами я и займусь. Мне нужен убийца! Ищите его! Он здесь, точно! Пускай, прикройте! Да! Нож, он как бритва должен Осторожно. Быть. Может, их больше одного. Может. Черт, тут нет ничего. А что, у меня два патрона осталось, что ли? Да.
Да, не стоило явно ввязываться в драку, я много патронов просрал. Ну да ладно. Сейчас подсобираем, я думаю, с них. Почему бы и нет? А это флажки на ветре трепещутся. Блять, зря я это сделал. Ну да ладно. Он мертв, я жив. Тут закрыто. Давайте осмотримся еще здесь. Тут я уже был. Ну и ладно, собственно. Положил пацанов. С чистой совестью можно идти, короче, дальше по метке. Патронов поменьше, конечно. Ну да ладно. Ай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. А. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Да ладно. Обещаю, больше не велю похищать звезд странных кулинарных телешоу. Да? Сука. И ненормально. Ну да ладно, я думаю, сомнения отпали его нормальности, как только мы, собственно, познакомились с ним. Ебана мать. Страшное место этот Керат. Почти такое же страшное, как остров Уаса. Как ты себе это представляешь? А, по веревке. Честь приветствовать тебя, сын Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. Ок. Пошли к башне. Раз Сабал ждет. Такое чувство, как будто меня реально ждали. Молодец, сын Махана. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, но в Керате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Пэйган Мин хочет вернуть тебя любой ценой.
Проклятье! Люди Пейгана выследили нас. Появится в любой момент. И чё? За свою страну я отдам жизнь. Обнаружен враг! Что, собственно? Я чё, откопался? Протри уже лицо. А ты крепкий орешек. А ты как думал? Все нормально, да? Наверное, часть пролога завершена, или как-то так. Локализация на высшем уровне. Ладно, не важно. Блин, весело. Стрельба интересная. Самое интересное, довольно реалистично сделано. И отдача, и чувствуется, на самом деле, вес оружия. Как вы нашли меня? Увидели вертолет Пейгана. Решили выяснить, что он делает здесь, на юге. Везунчик. Мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. Угу. Что ж, пришли. Это Банапур. Штаб Золотого Пути. Угу. Нормально. Кто это? Где Дарпан? Ему не повезло. Это Аджай Гейл. Сын Махана. Я правильно поняла? Дарпан мертв, да? А ты притащил его. Слушайте, я тут вообще не при делах, ясно? Я искал Лакшману. У нас тут война, мать ее. Нет времени на туристов. Че, хуяло, что ли? И что мне было делать? Бросить его там? Слышь, чувак, все нормально. Прости, брат. Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. А Лакшмана? Может быть, это храм или монастырь. Но тогда надо искать на севере. На севере вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Разберемся. Придешь позже. Да. Обезьянка. Как будешь готов, приходи. Угу. Попали мы, короче, в интересное положение. Ну да ладно. Джейсона Броди оно было куда интереснее. И выбора у него не было, собственно. Блин, как это все круто, а? Слышь, вы тут торгуете? Золотой, да? Путь, прибыли свежие силы. Мы учли ошибки прошлого. О, кого к нам занесло?
FUT7, дробовик, СВД, СТГ, БУК-ПКМ, ПГ. Еще какая-то страшная херня, Скорпион, Мак. А, пополни боезапас, купить, настроить, купить. Пистолеты. Нахера мне пистолет? Вот. Пока ничего на него не доступно, ну да ладно. Хоть что-то есть. Это для снайперской винтовки, штурмовой, пожалуй. А на все деньги, да? Карты, предметы, что тут есть. Броник. Давайте вот еще купим броник и купим эту херню. Пускай будет. Что мы можем продать? Я не знаю. Пускай, в принципе, валяется. Я смотрю, тут инвентарь, походу, не ограничен. Тут нигде ячеек не написан. Поэтому ладно, пускай лежит. Коктейли молотова, метательные ножи, заряды С4, мины. Хера себе боезапас, блядь. Давай я возьму, пожалуй, метательных ножей. Что тут еще есть? Мины, нафиг не сражусь. Идет война, но тебе везет. Ты можешь купить, продать что-нибудь. Удачи! Никакой кнопки. F или G? Наверное, G. Но она что-то нихера не кидается, поэтому ладно. Ой, дорогие друзья, 48 минут я уже наснимал, собственно. Мы попали в Герат. Мы... Главный герой, судя по всему, приехал для того, чтобы отвезти прах своей матери в какой-то местный монастырь. И, собственно, все повернулось круто. Я так понимаю, Пейган — это наш отец, точнее, главного героя. И он тут, типа, местный диктатор или местный правитель. Если он там его ебал на всех банкнотах, то не знаю даже. И, собственно, мы попали в лагерь сопротивления к этому местному мандарину. Хер его знает, тут вот эти вот два персонажа пока, Сабал и вот эта вот дура Анита, которая там что-то как-то выебнулась по поводу. Ну непонятно, собственно, никого из них пока мы не знаем, и какое их значение в этом всем тоже. Что ж, дорогие друзья, кому интересно, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Если хотите, я пройду игру для канала, но я ее пройду, скорее всего, 100% без себя. Но вот стоит ли ее проходить для канала или нет, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем спасибо, всем пока, до новых видео.